Ну вот еще один бродяга. Давай, давай. Ну что, YouTube, привет! Наконец-то в Сибири выпал снег. Подписчики наши, все, наливайте чаек и следите за нашими зимними видосами. Ребят, 15 декабря в Сибири выпал снег. У нас 2 декабря шел дождь, это пипец какой-то, ад. Первый раз мы выехали с середины декабря, но сезон открыт, так что будет много интересного. Так, мы сегодня в 4 снегохода, и вот, ребят, с нами новый человек, Стелс. Ну, человек Сергей, и у него машина Stealth Tower. Ребят, кому будет интересно, пишите в комментах, как бы мы сделаем полный обзор этого снегохода. Сравним его с 550-й тайгой. В общем, ждите новых серий. Ну, также с нами как бы Алексей, его знаменитый Варяг 550, и Александр. Ну, и скромный мой снегоходик такой, тоже 550-й тайга. Случилось, парни, почему у нового снегохода открыт капот? Ну что, проверяем все. Вообще ничего не случилось, все нормально. Просто поставить эту обкатку, надо наглядывать. Ну понял, ну давайте хоть посмотрим, что здесь есть интересного. Ничего особо интересного, нет, нового ничего. Ну, вообще ничего нету, где двигатель? Двигателя нет. Двигатель сдали. Ну а что, прикольненько, ребят, посмотрите, все блестит. Смазочки еще. Да, тюнинг. Тюнинг. Колхозный тюнинг. Парни, добрались до первого снега. Yeah.
небольшого лесного озера. Сейчас покажу вам его. Сейчас хлебнем чай, бутербродики, обсудим наш дальнейший маршрут. Ну, сегодня снимать получается мало, все голодные, снег гонят. В общем, у нас катка вот такая. Вот такое вот озерцо, небольшое, окруженное тайгой. Класс. Вот такой у нас стол сегодня, почти барский. Да подожди, соль еще. Соль еще. Там яички у меня есть. О, отлично. Без яичек вообще никак. Сальцо, бутербродики, смотри, чаек. Евгений, покажи, сколько еды, елки-палки, вообще офигенно. Так, ну что, чайку попили? Сергей, у нас традиционная тема. Кто едет с нами первый раз, ну, должен пару слов сказать о нашей компании, там, о покатухах и так далее. Ну, я очень рад, был приглашением. Мне понравилось все. Снегоход первый раз вот это использую. Ну, сейчас мы еще, да, спросим у тебя про снегоход. Да, ага. Кстати, вот смотрите, ребятки, Stealth Tower, как я говорил, пишите в комментах, если будет интересно, мы сделаем на него обзор. Но, Сереж, в двух словах вообще, что за машина? Что у тебя было до этого? До этого было Stealth Viking 600, 600-я гусеница. Точно такой же двигатель. Но этот намного динамичнее и намного легче, удобнее, эргономичнее. А у этого... Мне пока все нравится. У этого полтинник, да, гусянка? Пробег у него уже где-то 60. Отлично, 60 километров. Сколько кобыл у него? 57 по документам. Ну, так же, как и тайга. Ну, кстати, будет прикольно сравнить его с тайгой. Я думаю, что мы обязательно запишем ролик. Ну что, ладно, спасибо тебе за компанию. Сейчас прям дальше.
Валентин, ну твое мнение о сегодняшней катке. Ребята, всем привет еще раз. Сезон открыли, как всегда, отлично. Сибирские бродяги рулят. Лес прекрасен, снега навалило, как говорится по-русски. В общем, на полях особенно. Просто раздали по полной снегоходики. Пусть и тайга, но они рулят. Ребята, снегоход нормальный. Берите. Ну что, друзья, вот первый день нашей покатухи подошел к концу. Ребят, катули здорово. Контента, конечно, извиняюсь, информативного маловато, но хотелось газануть так, чтобы вот, ну, первый раз, сами понимаете. А так, ставьте лайки, подпишитесь на канал. Ну и будут вопросы, пишите комментарии.